В Чеченском национальном музее открылась выставка художников и искусников отца и сына Рерих, Николая и Святослава. Выставка под названием «Объединяя народы» посвящена 140-му дню рождения Рериха-старшего. 55 подлинных произведений живописи любезно предоставлены фондом Государственного музея Востока. Выставка демонстрирует глубокое уважение к людям, посвятившим жизнь и творчество, культуре и красоте, как лучшим послам доброй воли и реального взаимодействия. Понимание между народами. Радио России, радио «Война», погода. По сведениям гидрометцентра, сегодня в Грозном и по республике переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду. Температура воздуха 17-23, местами до 25 градусов тепла. Это была последняя информация выпуска. Всего вам доброго, до свидания.